Всем доброе утро. Мы уже встали, мы уже почти собрались. Осталось только позавтракать. Ну, мы все, муж уже свалил. Сейчас буду завтракать. Завтрак у меня будет состоять из вот этого сыра творожного и лосось. Блин, ну что ты сюда приехал вообще? Здрасте, приехали. Я вообще в зале тебе поставила, чтобы ты там пылесосила. Ты что ты сюда приехал? Где я, там и все. В общем, вот такие у нас планы на утро. И на работу, друзья. Так, иди отсюда. Даже роботы за мной ездят. Преследуют меня. Не посмотри на него. Все. Ой, не успела. Война роботов. И я отсюда, туда, в зал. Нет, не хочет. Мне там музончик играет. Так что с утра поднимаем настроение, просыпаемся. Я краситься сегодня не буду. Так что сегодня вторник, день должен быть тихим. Поэтому кто меня увидит такой красивый? Красота, она везде красота. Накрашенная ты, не накрашенная. Не люблю вот эти вот ошейники. Я делала водолазку вниз, а она прям меня давит вот так. Ненавижу. Вот я теперь все весь вечер, весь день буду вот так вот трястись над шеей, чтобы меня не душило. А на перекус я беру с собой вот такие хлебцы. Они с томатом и зеленью, по-моему. Она потом у меня ждет конфетки-бароночки. Мне обычно всегда муж приносит эти конфеты. Вот. А вчера такой смотрит. О, конфеты! Даже не спросил, откуда. Вообще, я сама себе такие вещи очень редко покупаю. Вот. Ну, подумал, что купила, наверное. Так что вот так вот меня где-то часов в 11 с половиной, в 12 буду такие два хлебца сожру. Ну, точнее, сожру 1,5, потому что половина точно сожрет Чарли. Он вообще любит все, что я ем, он тоже любит есть. Так что вот так. Все, я позавтракала, пошла на работу. Иду домой. Знаете, даже не съела хлебцы. Кушать так хочу. Так что приду сейчас быстренько. У меня там кое-какой сегодня рецептик есть. Так что
Подписывайтесь, подписывайтесь, друзья. Еще хотел сказать, что по многочисленным просьбам вашим, ну и пожеланиям, ну и для удобства, видео буду опять с утра делать. Поэтому завтра уже видео выйдет, как всегда, в обычное время. Раньше обычно, с утра в общем. На улице так потеплело. Классненько, смотрите, какое море блестящее. Хотела на рынок заехать, купить овощи. Но он, наверное, уже будет закрыт. Потому что, в общем, поздно. Тут же рынок, он быстро закрывается. Поэтому в магазине купим. Оно все равно все с одного склада. Что на рынок, что в магазины. Видите, как у меня близко машина. Поэтому куда-то выряжаться, наряжаться. Два шага. Я в машине, сейчас два шага, я дома. Чарли, бенга, суви. Моя рыба такая. Моя ляпа такая сладкая. Съем бы тебя, съела бы тебя. Кстати, не обращайте внимания на мои брови, я их покрасила. Клиентка приходила, моя подружка, клиентка, в общем, она красит брови, я говорю, я тоже с тобой. В общем, сойдут. Без макияжа они как бы ярко выглядят, но сойдут. Так вот, готовить сегодня буду курицу, куриную грудку в соусе, как он называется, в соусе из сыра с голубой плесенью. В общем, вот такой сыр. Здесь у меня грудка куриная, где, ну, одна такая часть. Я ее посолила, поперчила. Сейчас буду обжаривать на кокосовом масле. Вы на каком хотите, на таком обжаривайте. Хотите сливочное, сливочное. Хотите оливковое, оливковое. В общем, на каком хотите. Сейчас положу. Готовится это вообще очень быстро. Нам еще понадобятся сливки. Ну, у меня не сливки, у меня вот такое выпаренное молоко. Но я думаю, что здесь мало, добавлю сметану. Тоже не калорийная такая еда. Я вчера сварила на ночь гречку. Это у меня будет с гречкой. Муж гречку не ест. Ему сейчас рис отварю. Рибу все собрала. Так, масло у нас растаяло. Кладем и обжариваем курицу до готовности. Ой. Так, вот я ее порезала пластами вот такими. И буду обжаривать. Этот рецепт мне, кстати, подсказала племянница мужа. Она так очень любит делать. И говорит, просто и вкусно. Все, обжариваем до готовности. Курочку. Курочка подрумянилась. И заливаем ее сливками или у меня выпаренное молоко. Вот так. Вот видите, он уже все так начало бурлить. Добавляю, блин, дым. Добавляю сыр. И ждем, пока он не растает. Таким вот образом кидаем сырочек. И чтобы все это потушилось там. И вот такой, блин, свалился. Нет, Чарли, кстати, тоже любит такой сыр. Представляете, сыр с плесенью любит. И вот так вот, чтобы ждем, пока он растает. Можно даже убавить огонь, чтобы не сильно выпаривалось сливки или молоко. В общем, так вот делай. Все. Грудка готова. Соус, видите, приобрел такой кремовый цвет. И вкус обалденный. Быстро, просто и очень вкусно. Всем приятного аппетита!
Вернее, я вон оттуда прошла. Там магазины, где Алькампо, все дела. В общем, надо где-то круги-то наворачивать. Дорогу никак не уберешь. Здесь, по крайней мере, машины не ездят, посмотрите. Иду сейчас, вспоминаю. Вот, у меня что-то клиентки спрашивают, там, ой, а в России то, а в России все, а где ты была? А вы знаете, я в России нигде не была, кроме Москвы и Тамбова. Ну, в Тамбове я родилась, в Тамбовской области. А в Москве я тоже пробыла немалую часть своей жизни. В общем, там я начала свою, как говорится, взрослую жизнь. И все, и больше я нигде не была. Зато в Испании, где я только не была. Мы проездили всю Андалусию. Мы были в Кордово, мы были в Севилье, мы были в Эльве. Я была два раза в Кадисе. На Гибралтарский пролив. На Гибралтар не попала, потому что это же английская колония. А туда, несмотря на то, что у меня есть вид на жительство, меня все равно бы не пустили, нужна виза. Ну, а делать визу из-за того, чтобы посмотреть, на что там посмотреть. Ну, главная достопримечательность, там обезьяны, которые воруют все. И дешевые сигареты. И все, больше, мне кажется, там не на что посмотреть. Но это такая же скала, как та же работа. В общем, овчинка выделки не стоила. Я не делала никакую визу. Просто там посмотрели. Хотя муж, мы ездили с друзьями, муж с другом пошли за сигаретами туда. Они зашли, купили сигареты и вышли. А мы сидели прям рядом с границей, скажем так, с женой друга. Она была испанка, ну, вернее, есть. Друг, кстати, умер. У него был рак. Вот, а мы сидели с женой. Я тогда еще и плохо язык знала, ну ничего. Ели гамбургер в Макдональдсе. В Мадриде я была. И не знаю, сколько я там раз была. Но очень много было. Раз на Плаза дель Соль. Это главная площадь Мадрида. Я знаю наизусть. Все улочки я знаю. У меня еще уже любитель, муж, ездить, как вы уже знаете, и покупать лотерею. Поэтому пока он в очереди стоит, а там очередь 3-4 часа, я все улочки прошвындала. Правда, народа там много на Рождество. Ужас. Мы же всегда ездим перед Рождеством. И так мы ездили. У мужа там родственники есть. Мы очень часто, бывает, ездили. И ходили в этот. С сестрами тоже ездили. Они там в этот, в бинго. Лото. Лотерея. Как она? Не лото. Лото играть. Я тоже играла. Но сейчас перестала, мне жалко деньги. Проигрывать, скажем так, я не азартный человек. Мне нравится играть, но больше мне не нравится тратить деньги в пустоту. Поэтому я не. Поэтому, когда они, вот даже мы в Малагу ездим. Сейчас уже почему-то не ездим, я не знаю почему. А потому что одна сестра работает, и она не может. А в выходные я не хочу, потому что в то время, пока они играют, я хожу по магазинам. А если воскресенье, то магазины все закрыты. И просто мне неинтересно, поэтому мы не ездим туда. Так, где я еще была? В Барселоне два раза была. Мы тоже там однажды у друзей останавливались. Один раз мы были там 4 дня. И как раз снег шел. Они жили там в горной местности. Ой, так классно, у них дом. Самолет летит. У них дом свой. И так здорово просыпаться и смотреть, что у тебя за окном снег. Это вообще шикардос было. В Валенсии были. Ходили в парк. Там парк Эде Асенсия, по-моему, называется. Большой парк там. Там все про все. Там вообще классно. Так, где еще я была? В общем... Ну, тут рядом это вообще не считается, как говорится, часа 2-3 от нас. Это считай, рукой подать. Так что, видите, я Испанию знаю намного-намного больше. Я не была только на самом-самом севере. Хотя мне очень хочется съездить в Галисию. Там очень зелено. У меня есть одна клиентка, которая живет там, в Сантандере. Она прям почти живет на другом конце. И она мне рассказывает постоянно. Ну и вообще я видела передачи, что там вообще шикарно. Все зелено, природа на нашу похожа. Класс. И дождей много. Вот туда бы мне охота была съездить.
А Андалусию всю исколесили. У меня очень много фоток. И тогда еще, знаете, мне вообще, ну, когда муж, женихались с мужем, он вроде как подарил нам, мне, ну, не, мы с ним ездили в тур такой, там недели две или три, я уже не помню, по разным городам. И были фотоаппараты такие одноразовые. Они прям уже с пленкой были, и вот я там щелкала этих фотоаппаратов, у меня пленки по сейчас лежат. Ну, чтоб были, я всегда все складываю, и фотки есть, лежат. Я там уже волосы отращивала, вот, такие у меня были где-то. Ну, тот же самый цвет белый, но уже более длинный волос был. Молодая, худенькая, красивая вообще, загляденье. На океан смотрела, океан вообще очень отличается от моря. Ну, не знаю, может быть, та зона, в которой я была, отличается вообще сильно. Там такой берег, идешь. И мы были где-то в ноябре, наверное, или в октябре. Нет, в октябре, потому что вода была очень теплая, и мы были без курток и без кофт. Разные музеи ходили, вообще классно. В общем, есть что вспомнить. Я тогда еще не работала, поэтому можно было позволить. Есть времени было дофига, у нас не было Чарли. Собака – это вообще очень большая ответственность. Потому что вот даже если куда-то с ним ехать, то нужно искать отель только где с собаками берут. Ну и вообще потом все равно куда-то в кафе, где-то вот, ну вообще легче с ребенком, чем с собакой. А естественно собаку я никому не оставлю, потому что моя собака — это мой ребенок. Как бы не смешно это звучало, но оно это так. Вот это вот капуста кали, да? Вы кто-нибудь знает, что с ней делать, как ее готовить, вообще с чем ее едят? Может быть, есть какой-то особенный рецепт? Так, настраивайся. Вот она у нас сейчас везде растет. Везде растет, но не везде продается. Вы знаете, она, наверное, больше на экспорт. Поэтому я не знаю, что с ней делать. Может, какой-то рецепт новый или как? На капусту она совершенно не похожа. В общем, не знаю. Ну, уже почти вообще жарко. На солнышке прям. Я даже куртку сегодня не одела. Такие вот у меня воспоминания. И вот я своим клиенткам говорю, что Россию я не знаю. И не видела нигде. Хотелось бы поездить по городам русским. Нет. Знаете, нет особого желания ездить по городам российским. Не знаю почему. Неинтересно. Куда бы я съездила? Я бы съездила в Париж, в Италию съездила бы. Но сейчас у меня совершенно другие планы. И, в общем, в мыслях у меня совершенно все другое. Не до поездок, как говорится. А там поживем, увидим. Может быть, и рванем куда-нибудь. У нас же племянница на Тенерифе. А мы даже туда никак не съездим. Билеты стоят 50 евро. Туда и сюда. Ну и на Чарли 50. 150 евро. И там живи не хочу. А нет времени и желания. Ну какая-то собака бежит. Надеюсь, она не будет кусаться. Закипает чаек. А здесь я достала, буду капусту тушить. У меня капусты же много. Вот три несчастные картошки есть. Лук. В общем, все для тушения капусты есть. И на завтра у меня будет капуздочка. Капиздочка, как у меня Танька говорит моя. Капиздочка будет на завтра у меня. Что-то думала сейчас по дороге. Про эту капусту вам сказала. Кали. И вспомнила, что у меня обычные есть. Надо ее израсходовать. У меня еще в холодильнике есть. Поэтому думаю, а что ее? Что с ней делать? А капусту и тушеную я очень-очень люблю. Такие дела. Но сначала я чай попью. Потому что когда находишься, хочется пить. А воду обычную я не люблю. Не знаю, я ее не напиваюсь. Обычную воду вот пьешь, а ее и не напиваюсь я ей. Поэтому предпочитаю всякие чаи, травяные. Ай, упал все-таки, зараза. Ведь так смотрела за ним, И нырнул. Такие у нас планы на вечер. И посмотреть одну серию сериала «Желтый глаз тигра».
Интересный сериал такой, знаете, завораживающий. Господи, слова-то какие длинные. Капусточка готовится. Вы знаете, я не добавляю в нее ни томатную пасту, ни томатный соус, вообще ничего томатного, потому что, я не знаю, если я добавлю томатную пасту, то мне это будет напоминать заправку для щей. Вот. Там у меня гора посуды, которую я сейчас буду мыть. Здесь у меня смузи, который я сейчас буду пить. И все. И вот такие вот у нас дела на вечер. Пойду в душ, умыться, умываться, хотя красоты нету. Но все равно морду лица надо мыть. Вам с вами буду прощаться. Всего вам самого наилучшего. Как пахнет капуста, это вообще. Всех благ и до завтра. Всем пока-пока.